А перед тем, как на сцену выйдет, собственно, наш немножко опоздавший с инструментом лауреат, мы молодежное жюри, нам дозволено делать вообще все, что угодно, именно поэтому мне очень нравится в нем сидеть. Была сегодня юная барышня, которая покорила сердце старого моряка своей авторской песней. Вересавия Платонова, правильно вроде назвал, да? Нет? Как правильно? Вересавия. Здесь диск песен об артековских моряках. Сейчас я прослежу, чтобы он не выскочил. Надь, держи, расти, ждем сначала в молодежном конкурсе, потом во взрослом и с лауреатством. Сегодня какая-то беда с фамилиями. Так вот, дело в том, что, почему так получается, человек не может просто взять гитару. Дряхлова Алена нас покорила исполнением на гавайской гитаре, на укулеле, и я надеюсь, что вы сейчас так же кайфанете, как и мы на свободном микрофоне. Под ваши аплодисменты. Бежит, спешит, торопится, ух, голубенький в полосочку.